Мы сейчас пытаемся, чтобы мы к 2023 году подошли с проектом реконструкции этого моста и сделать его четырехполосным. Речь про Заинский мост. В последнее время поломки там происходили уже несколько раз. Трафик машин, особенно выходные, очень высокий. И, конечно, конструкция требует ремонта. Обсудили на встрече и строительство будущего моста у села Соколка. Начались работы на стороне Мамадышского района. Мы уже вся трассировка, она определена. Горизонт выполнения работ, завершение работ нашего этапа, нашего участка, 23-й год. Это, что называется, глобальные вопросы. Жители озвучили на встрече и проблемы микрорайона. Освещение, благоустройство, ремонт домов. Ответы давали ответственные лица. Вахитова 27А и 27Б, там по 8 подъездов. В этом году, во втором квартале, ремонт начнем. Одним из приятных стал момент награждения. Жителей поблагодарили за активность, за неравнодушное отношение к своему микрорайону. Самым активным вручили награды. Это была первая, но далеко не последняя встреча с населением. Жители других микрорайонов Нижнекамска тоже смогут задать свои вопросы представителям муниципалитета. График встреч будет опубликован чуть позже на официальном сайте города. Александр Халин, Фахри Исламов, новости НТР.